Привет, мои хорошие, мои друзья и гости моего канала. Мы тут с Димочкой рисуем. Вот я тут рисую такую картину. Вот у меня то, что получается. Дима вторую уже картину рисует. Одна на подоконнике там. Вот. Что-то там нарисовано у него. Не знаю, что тут у него нарисовано. Тут он еще рисует. Да? Или, ты дорисовал уже, да, Дим? Дорисовал. Я еще рисую это сейчас, что пока у меня тут подсохнет немножко. Дадим. И потом вам покажем, что же у нас тут получилось такое. У каждого своя акварель, но вот бутылочку надо тоже каждому свою, наверное. Неудобно. Вот так мы порисовали сегодня с Димочкой. Зима у нас нарисовал две картины. А я одну. Пока я свою дорисовывала. Он дорисовывал свою, она была более-менее красивая, сейчас там какая-то грязь просто. И Дима уже успел разбросать игрушки, попилить, сейчас уже там обои отклеивает. Вот. Ну, честно говоря, мне не очень понравилась моя работа. Что-то мне кажется, здесь еще чего-то не хватает. Каких-нибудь цветочков, наверное. Как-то немножечко, мне кажется, я неправильно ее сделала. Или, не знаю, нет, наверное, эта работа все-таки рисуется не акварелью, а гуашью. Вот если бы она была гуашью, мне кажется, она была дерево и травка была бы красивее. Вот. На улице у нас тоже тепло. Смотрите, как классно на улице. Там есть травка. И вот она там, травка. Здесь, кстати, тень. Посмотрите, какая красивая на доме от дерева. На улице классно так, красиво. Ой, весной пахнет. Почки уже набухли. И уже много машин. И, кстати, половина двора, там нет машин. Видать, все на дачу уехали. Тут у нас хранится капуста, картошечка. Вот так у нас тут завалы, чуть потеплее. Ой, кто это? Смотрите, это кто еще? Солдатик какой-то. Иди сюда. Ай, мама. Еще мне не хватало тут. Погрызет все мои. Помидоры, хотела сказать, картошку. Короче, потеплее будет, и нужно будет здесь убираться. Ну, я надеюсь, карантин, когда пройдет, это все мы съедим. Сейчас мы едим, не спеша стараемся есть все это. Вот, хотя картошка, конечно, уходит быстрее, чем, допустим, каша. А, ну, вон видно, видите, что вон нету. Машин тут нету. Парковка тут пустая. Почти. Или это не парковка? А, нет, это там не парковка уже. Редко просто выглядываю с этой стороны. Короче, вот так у нас дела идут. А, мама подглядывает за тобой, да? Что ты тут делаешь? А, тут уже сколько мусора. А что тебе вот тут внизу ты не отрываешь? А? Наверху я ему все оторвала, потому что он начал становиться ногами вот сюда. Становится, за стенку держится и наверху там рвет. Пришлось самой все здесь порвать, чтобы он наверх перестал лазить, потому что опасно, может упасть. Вот, надо, видимо, ему хочется ему рвать. Дима тут вон нахулиганил уже. Да? Вон там какие игрушки у него валяются. Сюда косется, да? Сюда косется, да? Здесь косется.
пальчиками. Да. А здесь вот нельзя на площадку, не заходить. Нельзя, Дима. Оштрафуют сейчас. Веревки. Вон, видишь, в масках люди ходят. Вот, посмотри, вон идут в масках. Вон, это кто мало. А тут ударило. Видишь, специально. То есть ветер оторвался, а так все заградили. Нельзя заходить. Дима, карантин. Нельзя. Ай-яй-яй. Трогай, фу, тут. Сейчас же карантин. Все. Чуть руки холодные. Вам хоть тут куртку одели. И Димочка вышел на прогулку. Идем на солнышко. На солнышко теплее. Вот на солнышко. Да, вот у меня. Собачка там как Хатя из этого фильма-то. Ой, какая солнышко. Ты не замерз, Дим? Там не надо, там собачки капают, только по тротуару. Видишь?